Так, свет включите, пожалуйста. Там. А, вот, прекрасно. Алексей Анатольевич. Здравствуйте. Слышно, видно меня хорошо? Административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания, учитывая 41-552 правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных при нарушении свободы, письменной и почтовой принадлежности, а именно бумага для письма, тетради, установлены особенности содержания осужденных решений свободы дисциплинарным изоляторе, штрафом, изоляторе, помещением, административное исковое заявление, оно принято к производству суда, и исходя из этого суд предполагает, что я не пишу про дополнительное питание. Я не пишу про то, чтобы мне в камере поставили рождественскую елку или дали какую-то одежду. Здесь речь идет не об этом во всем. Мы не говорим о какой-то привилегии. Мы не говорим даже об улучшении условий содержания. Мы просто говорим о базовом праве человека иметь просто ручку в камере и лист бумаги для того, чтобы реализовать свое право написать жалобу, написать письмо, написать иск в суд. Без этого всего ничего, все остальное, вот вся остальная эта пирамида прав, она рассыпается, если у вас нет просто ручки в камере. Представители, судебное заседание является закрытым. До свидания. Удовлетворение административного искового заявления Навального Алексея Анатольевича о признании действующими пункта 541-552 правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации 4 июля 2022 года номер 110 отказать. Наталья, как-то красиво поясок Наталья.